Я дровосек, хожу по полю, собираю свой урожай потихоньку, помаленьку. Так, ну мы, наверное, я надеюсь, что там не будет такого большого дела, типа, ой, мы должны там что-то сделать до хера. Я думаю, что мы просто пробежим, возьмем чувака и побежим на кейс. Угу. Я, наверное, доломаю ее сейчас, так, погоди. Попкорн. Уранус. Зон. Ну, они явно целились на Йор Анус. Здесь должен быть. Да, мы не будем это переводить. Сдаваться. Кстати, так. По-моему, тут есть зомбрекс, если мне не изменяет память. Так, сейчас. Давай попробуй найти его. Сейчас я. Попробую. Потому что здесь все выглядит как Зомбрекс, на самом деле. Вся эта игра, один черт в Зомбрекс. О, ты смотри, что я нашел, господи. Я что-то нашел, господи. Бро. Я, блин, я упал. Живой? На, дровосек. Расстрелил, смотри. А, это стрелы. Я еще раз попал свое колено. Да. Рейган. Тут нужна какую-то способность ему, чтобы он бегал быстро. Быстро! Ну вот так вот, ребят. Нет. Ну, перки может потом открыть. О, лава. Тут где-то должен быть. Ой, смотри, снайперки. Пухло! Ладно, мы за здоровый образ жизни. Да, это про какой же? Хэнган. Вам что-то нужно, да? Возьми водяру себе. Водяра пригодится. Так, это я убил. А, да. Мне кажется, тут должен был быть Зомбрекс. Ну, как бы. А, я нашел его! Е-бэй-бэй-е! Еще у меня есть винтовка. А мне дадут? А тебе он зачем? Ты же не болен. Ты уже псих, и ты уже умер. Я болен. Мою дочку надо спасать. Если ты болен, то ты уже мёртв. Ай, смотри. Ты забыл мою смотри, бубу? Смотри, магия. Да, блин, магия. Ох ты. 5000? Всего 5000? Слушай, я хочу это что? Ты можешь это вытащить? А это можно открыть? Эй, кнок это. Эй. Я взял твой сок. У меня есть пистолет, я его прострелил. Пошли вон. О, спасибо. Дилды. Алин Проб. Светящийся Элен Дилды. А этот костюм можно взять? Вау, его можно одеть. Костюм маска. Ну-ка. Jesus fuck. Оставь себе. Как я тебя? Мне кажется, эту маску, на нее можно лазер нахерачить, и она будет стрелять как циклоп. Я где-то вроде бы это видел. Но я не уверен, потому что я не так много задротил эту игру. Так. Рейган, возьми. Что тут один. Еще есть? Все, теперь. Тут еще есть Space Helmet. Но ты не одевай. Нет, нужен. Оставь эту маску. Здесь еще щит. Пробуй взять щит. Что это будет? А, это не щит, это. Это не иного. Щит, это тарелка, да. Блин, это срём кейс. Да. У нас кейс такой медленно, но верно уходит от нас. Слушай, она раздает здесь эту еду. Сейчас. Я тоже хочу раздать еду. Ты херел, что ли, толкать? Да херел, толкай ты, скотина. Слушай, как здесь аккуратненько положить? Как? Аккуратненько так положить. Да, вниз нажать. А, все, нажал. Все, поехали. Я не пойму, где наша цель? Где этот молодой мужчина? Еда! Ой, тут какая-то машинка. Смотри, тут какая-то машинка. Сейчас, я иду. А открыть можно? Ты смотри, какая... Давай, первый вернет. Бдыщ. Мне кажется, это только по квесту. Сейчас мы, наверное, будем драться с кем-то, чья это машина. Смотри, как она едет боком. Да, кажется, из задницы что-то вылетает. Эй, Эрик! Интересно. Эй, Эрик! Мы тебе приехали. Эрик, привет. Я пытаюсь выйти, но не могу. Как бы один инопланетянин, а другой больной какой-то Лего персонаж. Я не Лего! Все нормально. Я нормальный. Ну, Kill all the zombies. Нам нужно kill all the zombies. Нам нужно расчистить дорогу, привет. Иначе они будут с нами говорить. Так, у тебя есть легкий способ убить? А, у меня есть, кое-что. Да, есть, конечно. А-а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 
нормально. Ладно, давай, ты тогда накручивай круги, я пока пойду отдохну. Кредди съем. Да хватит меня, Дави, ты чё ты? Случайно. Ну да, ну случайно, я в это поверил. Ау, ау. Хватит меня кусать, я только кренделем съел. Так. Ау, ну хватит, ну чувак. Ну чувак.
А, я понял. Смотри, я сейчас сделаю маску. Ты... Отходи от меня! Все, я закомбайнил. Мазафака! Да? И что, это все было? Это все, что я способен? То есть Рейган нужен и маска, как я понял? Нет, это Джемс и... И... Кстати, ты тут можешь сделать фигню, которая лезвие ими стреляет, если хочешь. Ну, да ладно, пофигу. Мне пока хватает моего оружия. Сейчас я расчищу зомби. Тут можно вниз спуститься. Че, все просрел? Мы всю игру просрел. Не, все нормально будет. Но это все, моего... что ли? Это все, на что я способен? Я думаю, что я... Но я стреляю все равно, я стреляю. Ты видишь, как я стреляю? Да. Kill all humans, ау. Тогда ты зря поменял маску динозавра. Я думал, она будет полноценная. Торнамент. Он видеоигры играет, тут он толпанутый вообще. Тогда мне нужно срочно... Нам нужно срочно добраться до моего дома и снять с себя заклятие инопланетян. Просто у меня... Мне нужно поговорить с ним, я упал, не могу запрыгнуть назад. На самом деле, когда-то он просто... Я динозавром остался, но мое лицо сморщилось. Все, все, все. Так, короче, я сажусь, он бежит за нами, все будет. Главное, я скажу... Он сел. Он сел? Он сел. Окей. Он в жопу сел. Ну, это звучит одушевляюще. Так, это, в общем, на стрелку. Не туда, назад. У меня стрелка. Давай нет, я поведу. Куда мне говорить? По прямой. Нет, назад, не туда. Да, вот тут, вот теперь по прямой. Вот прям по прямой. Нет, направо. Все двери? Направо. Она меняется, странная стрелка. Я думаю, что она в двери, да. Прям по прямой, теперь налево, налево. А, в общем, туда, откуда мы приехали, налево. Налево. Так, налево. Я еду. Нет, ты не налево едешь. Он как бы все. Я предлагаю, быстрее беги, пока мы все не прозрали. А, ты вышел? Беги, беги. О боже мой. Не переживай, мы доедем. О боже мой, кейс. Кейс кончается, о боже, я начинаю стрелять из глаз. Хватит пытаться меня задавить! Я не давлю тебя. Нам нужно подождать Эрика. Эрик, ты с нами? Эрик с нами. Если ты на машине отсюда, это же эпик. Эпик, да. Мне тоже вот интересно, я выйду, нет? Пу-бум-пум. И не вышел. Моя жопа. Иди сюда, Пет. Иди ко мне. О, да. Садись ко мне, вот. Так, мне нужно Эрику дать шляпу. Будет смешно. Дай ему пока шляпу, а я пока сейчас. Я подъехал, давай. Эрик! Залазь. Блин, они его все жрут, он бесполезный кусок херма. Я могу вас переехать. Я его сейчас прикончу. А, он сейчас сдохнет, он сейчас сдохнет. Эрик, жри. Садись в машину. Не сдохни, пожалуйста, ради Христа. Скорее садись в машину, когда-то он сядет со мной в жопу. Эрик, не бей меня. Ты куда ты бьешь, возьми топор. Все, теперь едем. Давай, садись в машину, все, он в жопу сел, все, поехали. Он в жопу сел. Как он умудрился в жопу сесть? Я не понимаю. Ну, специальная дверь для него, наверное. Жопа дверь. Не, налево. Куда ты гонишь? Налево. Ну все. Доесились. В общем, беги за мной. Ау. Пушу тут меню. Кунг-фу мастер. Ну, смотри, чтобы Эрик не сдох. А то он очень любит. Эрик, хочешь поиграть мяч? Ну, нам еще видно, кого-то нужно спасти, но мы как да бы ну не можем отвлекаться на это. Да ну их все. Нам хотя бы добежать обратно нужно. Сейчас я иду к тебе. Я сделаю росомаху. Еее! Я такой сборщик. Слышишь, инопланетяне приходят и во все стороны стреляет. Вот этим моим випаном с ножами, вот этим росомахой, ему очень круто можно боссов убивать. У нас, смотри, сколько осталось, у нас очень мало времени. Он уже красный, он покраснел. А это плохо? Да, мы же не сохранялись, у нас все на одном сейве. Это очень плохо. Скорее, боже. Ты далеко. Я сфотал, идем, все. Он тут? Он с нами? Да, он тут. Royal Flash Plaza, все, мы почти на месте. А чё, нам прям мало времени осталось? Just fucking run. Let's run.
Машина все-таки закрыта, к сожалению. Хотел я по-быстрому так, ну, может быть, была не была, но фиг два. Не катит. Я кидаю. Сейчас будут всякие эти лутеры нас атаковать еще. Беги тогда скорее, я прикрываю своей инопланетянской силой. Так, а у меня же осталась маска. Я их поджигаю. А утера я смогу поджечь, интересно? Смотрите, сколько. А где он? Эй, я же их тут поджигаю. Ничего страшного. Окей. О, а, она у тебя в две штуки, просто. Что ли, превратилась? Ну, каким-то образом, да. О, все, мы добежали. Вот. Да. Да. Мы тут, мы на месте. Я иду к тебе. Я делал новую шляпу. Я делал 360, смотри, какие 360. Смаченный. Хоррор. 360. Ай, блин. Она сразу перешла к делу, а я ее хотел соблазнить фотографиями. Современные девушки не такие. Им не нужны фотографии.